Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим аккумулятор на iPhone 5. Для начала необходимо выкрутить два нижних винтика. Откручиваем первый и второй. Открутили. Далее необходимо медиатор металлическим либо пластиковым отщелкнуть. Запихиваем медиатор между корпусом и экраном. И потихоньку отщелкиваем. Теперь откручиваем защиту аккумулятора. Там находятся два винтика. И снимаем ее. Теперь отщелкиваем разъем аккумулятор отпечатной платы и вытаскиваем аккумулятор. Все, вынули аккумулятор. Берем новый аккумулятор, вставляем его в корпус, защелкиваем в разъем. Теперь устанавливаем защиту аккумулятора. Нужно также прикрутить два винтика. Прикручиваем первый винтик. И второй. Прикрутили. Все, защиту установили. Теперь необходимо защелкнуть экран. Для начала защелкиваем в верхней части, вставляем его в пазики. Защелкнули и защелкиваем сам экран. Все, защелкнули. Теперь необходимо установить два нижних винтика. Первый. И второй. Все закрутили. Включаем аппарат, проверяем. Мы вам показали, как самостоятельно заменить аккумулятор на iPhone 5. В нашем сервис-центре мы его меняем за 3 минуты. Если же вы хотите заменить его самостоятельно, вы можете приобрести все необходимые запчасти у нас в магазине. Продаем запчасти по всей России. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.